У нас дорог нет, у нас одно направление. Попадает такое, есть что грязь, что бездорожье, как бы есть это. Шевелится, бля. Машина находится на погрузке в ЛОРП, находится, грузим плиту ПДН, дорожная плита. Повезем мы ее на Чандинское место рождения, нефтеконденсатное. У нас Лена – это речка, которая снабжает, ну, идут все груза по Лене. Действительно, Лена – это артерия жизни, как бы путь тут для Якутии. Где-то можно надо ходом проехать, пошустрее как бы пройти. Где-то потихоньку пролезть надо, если там крен какой-то большой, чтобы выскочить. Дороги у нас тяжелые, конечно, надо 6 на 6, конечно, хорошие машины. Проходимость у них повышенная, проходят кругом и зимой, и летом как бы. Ну, бывают случаи, попадают между колес камни большие. Получилось так, что вот кувалдой разбили. Получилось вот хорошо как бы. А есть такие большие камни, если попадут, так вообще приходится и колеса спускать, и снимать, как бы разбортировать, колесо снимать. Тут камни, что сделаешь? Дорога грунтовая, камни кругом. По ВСТО мы ездили. По ВСТО у нас дорога есть в сторону Алёкминска. Ну тоже дождь, лето, вроде тепло на улице. Дождь прошел, а подъем такой, ну крутой подъем. Глина. Дождь прошел, и мы подняться не можем. Два дня жили в карьере, пока не высохло. Дождь кончился, ветер подул, высохло, тогда только поехали. Конечно, попадают люди в аварии. Сталкиваются. Ну, это принцип, не соблюдают правила дорожного движения, как всегда. Это тяжело, там нету ремонтных мастерских, ничего. Вся надежда на самого себя и как бы на друзей и знакомых, кто поможет. Работа водителя, она вообще считается как бы сложной, тяжелая работа. Ну, возим, видите, груза как, вот загружено 42 тонны у меня на машине, вот и везешь. Зимой как бы да, морозы там у нас есть шуточные, как бы бывает и 40 градусов, и 45. Попадали даже в 50 градусов, и 55 попадали градусов. Ну, как бы мечта была быть водителем, работать. Ну, а в Якутию я приехал 20 лет назад, сюда приехал. Как говорится, приехал в гости и остался сюда. Красота, природа завлекла как бы. И остался здесь, как бы живу уже тут, и семья, и все как бы. Понравилось здесь. Thank you.
El mercado exige día a día mayores prestaciones. Por eso, desde Ford Camiones nos preparamos a diario para ofrecerte lo último en tecnología, seguridad y confort a través de nuestra nueva línea cargo. Camiones potentes y robustos que se adaptan a cada una de las necesidades, brindando un desempeño superior y permitiéndote siempre llegar más lejos. Nueva línea cargo. Ruedas EB, con tecnología y excelencia, fabrica ruedas de aluminio para camión y colectivo, pensando siempre en su seguridad y confort. Ruedas EB, un líder. Ya salió Planeta Camión, revista número 82, con todos los detalles del nuevo Mercedes-Benz Achelo Cabina Extendida. Una guía especial de cómo, dónde y cuándo son los servicios en garantía de cada una de las marcas de camiones. Te mostramos el equipo que viene para la logística de bebidas. Los más chicos ya piensan en el transporte del presente y futuro. Te mostramos en detalle los nuevos Hino, que ya llegaron de Japón. Se vienen los camiones eléctricos de serie. Y en esta edición, como cada año, Mercedes-Benz te obsequia su espectacular calendario 2018. Planeta Camión, revista número 82. No te la pierdas, ya está en tu kiosco. Se agota.